Всем привет! Я снова всех категорически приветствую. О, опять записываем Fallout Shelter после огромного перерыва. Не было никаких обновлений, не было никаких заданий. И вот, наконец, свежая обнова подоспела. Теперь у нас обнова 1.12. И с ней у нас появились два новых задания. Во-первых, всадники постапокалипсиса, часть третья, я так понимаю, уже завершительная. И появилась товар обратно не принимается. Еда, сиятельная еда. А вот, сегодня мы тогда пройдем, наконец-то, всадников постапокалипсиса. А вот, у нас задание на первый шаг. Заманить чуму в убежище 226. Так. Перемирие нарушено. Война жаждет крови. Он прочесывает пустошь в поисках чумы, по пути убивая невинных людей. Чтобы избежать лишних жертв, нам следует переодеться очумелыми и убедить... Так, как-то, блин, у меня вроде прокручивались они. А, вот. И убедить... Очумелым убедить их самих провести чуму к войне. Идеальной... Привести чуму к войне. Зачем? Идеальной ареной для постапокалиптического поединка станет заброшенное горное убежище 226. Горное. Ну, окай. Окай. У нас, кстати, за это время практически ничего интересного не произошло. Вроде никто не умер особо важный. По-моему, вообще никто не умер. Вот. Да, по-моему, никого не было потерь особо. Ничего так особо не произошло. Накопились какие-то ланчбоксы, переноски, бутылки. Ну так, в целом все достаточно вяло, скажем так. Вот, у нас тут кто-то еще, он учится. Один последний учащийся остался. Луис Грин какой-то. Все остальные уже давным-давно выучились. Сидят он. Все здесь. А. Так. О. А ну. Так, это нам не надо. Да, робот, не лезь под курсор. Вот же ж. Так, поехали. А, подстава, чума. Начать. Давайте подставим чуму. А что делать? Рассказали, что надо, значит надо. Иначе никак. Видимо. Убедить очумелых отвести чуму в убежище 226. Ну, давайте попробуем убедить. У нас тут боевой отряд с боевыми котами и попугаями на урон. По идее, должны всех выносить в раз. Зря вы сюда пришли. Но прежде чем убить вас, я хочу задать вам один вопрос. Не хотите ли вы пройти в мою приемную? Мы уже в ней. У нас есть послание для того, кто здесь главный. А вот и нет. На самом деле у меня нет приемной. Отличный диалог, просто волшебный. В стиле, как всегда. Длинный разговор ни о чем. С потугой на юмор. Ну, пошли. Где там этот чума притаился? Сейчас его найдем. За рога и в стойло притащим. Блаженные облученные! А, это не просто. Я думал, диалог какой-то с ними. О, поговорить с репортерами еженедельной дозы. Еще и такое есть. А убедите чумелых отвести чуму в убежище 226. Ну, окай. Закончим, наконец, этот квест. Он уже тянется. Три обновы, блин. А, наверное, в самый низ поехали.
Пиу. Кто здесь? О, кто-то есть. Мы всего лишь хотим, чтобы слава чумы осияла пустошь. Неужели мы просим слишком многого? Пожалуйста, оставьте нас в покое, чума вас побери. Мы бы рады, но война, да продлятся вы дни, вызывает чуму на поединок в убежище 226. Заманили, нечего делать. Мы не против, чума прибудет туда и прорядит стадо всадников. Отличный тонкий ход, так издалека. Заманили. И сказали, идите туда. Хоть без рад скорпионов. Рад скорпионы до сих пор представляют для нас угрозу, блин. Светящиеся, которые вламывают, блин. Мама, не горюй. Единственный опасный противник. Так, ладно, уже зачистим этаж. Блин, по-любому тут сейчас на них наткнемся. Я так чувствую. Типа у чумы скорпионы. Рад скорпионы. Не совсем логично, но окей. Так, пошли еще там кого? Репортера искать, да? Да, репортер нам нужен какой-то. Какой-то еженедельной дозы. Ну, пойдемте тут вот у нас как раз сверху пойдем его искать. О, ваши достоинства сильно переоценены. А, тё, я думал, это репортер. Что мне глючить? Да, наши достоинства переоценены. Бесспорно. Все на урон, гляньте, как их сносят. Только в путь. Если бы еще костюмы на силу можно было тут одеть, был бы еще. О, это уже точно. Когда мы вас убьем, чума воссияет от гордости. Тьфу, я думал, этот репортер. Так, криты не снимаю. Все понимают, почему. Вдруг светящегося рад скорпиона встретим, чтоб сразу ему шандарахнуть. Между ртом и глазом, пока он нас не шандарахнул. Так. Следующий, сказал заведующий. О, вот это точно корреспондент. Вы должны мне помочь. Меня отправила сюда еженедельная доза, но меня раскусили. Они облили меня... Нет, благословили меня радиацией чумы. Я не могу думать. Блаженные, блаженные облученные. Я нет, теперь я достоин. Орел? Давайте бахнем на всякий случай. Что-то она мне не нравится. Облили радиацией, она сошла с ума. Жесть какая. Так, все выхиливаемся и домой. Все тут взяли, ничего чужого не забыли. Вроде все. Все, до дому. Побегли. Швидше, швидше. Хутку, хутку. Будем выполнять задание стремительно. Я надеюсь. Так, дойти мгновенно. Побежали. Пам-парам-пам. Так. Все, собираем потихоньку. Блин, барахла всякого натащили. Не. Так, давай следующий шаг. Где он тут? Так, подстава голод. Заманите голод в убежище 226. Вот так вот, да?
Очумелые приведут чуму убежище 226. За ним непременно увяжется война. Если мы заманим туда еще и голод, то всадники и их слуги сами перебьют друг друга. Надо только переодеться очумелыми и поговорить с кем-нибудь из меняемых лидеров Холодной Орды. Ну, окей. Где тут? Что у нас тут? Давайте одеваться. Побежали. По-шустрому сейчас. К голоду смотаемся. Что они нам скажут? Это ж там эти гули, по-моему, да? Гули. Вечно голодные гули. Так, убедить голодных отвести голод в убежище 226. Ну, let's go. Где наши голодные? Привет, чуваки! О, что очумелые забыли в этом бастионе голода? Вы найдете здесь лишь чахлые изнуренные тела, которые видят вас только пищу. Истощенная психика этих скорбных созданий конструирует детализированные фантомы, чтобы избежать конфликта с жестокой реальностью. Я что, превращаюсь в входящий словарь? Мы не хотим драться, нам просто нужно передать сообщение предводителю голодных. Пофиг, пора жрать! Мозги. Поговорить с друзилой, убить голодных, отвезти. Отлично. Давайте. Да, Лоренс хуже всех защищен. У него простой костюм. Он. Не. А что ему больше всех прилетает? Странно. Вот у Джека Брауна самый фиговый костюм. Странненько. Надо будет его заменить на кого-то другого. Нам не нужен слабенький. Пусть наш голод поглотит вас. Да, это точно. Блин, что это такое? Это не дело. У этих он только этого, его уже похилили. Лоуренс Мартин, ты слабое звено. Мы тебе сейчас скажем прощай. Дай только до дому вернуться. Так, поперли наверх. У пентхаус. Кто тут у нас? Положим конец этой голодовке. Да. О, опять, блядь, уже лечить его надо. Да, Лоренс Мартин что-то как-то разочаровывает. Поворачивать не надо, это правильный путь. Рассказать историю перед обедом. Смешать очумелых с базиликом, чесноком, пармезаном, оливковым маслом и кедровыми орешками. Растереть в однородную массу, добавить соли, специи по вкусу. Вуаля, очумелый соус. Стоп, чума собирается драться с войной убежище 226, а голод туда придет? А как же? Придет и съест всю еду. Отлично, он не заманивает. Так. Интриги такие прям. Кто бы догадался. Поговорить с друзилой. Что за друзила? Сейчас поговорим. Чувствую. Кто такой? Друзила. Пошли искать его. Где ты спрятался? Кто не спрятался, я не виноват. Как говорится. Теперь я понимаю, почему называют пустошью. Почему? Потому что тут окна выбиты.
как бы поступил голод, он бы вас попросту съел. О, да. Что-то Лоуренс вообще. Вообще. Не убивает их. Как-то да. Претендент на замену. Самый первый. Блин, где они? Привет, это я, Друзила, архиварус из Волтека. Я придумала, как проникнуть сюда без риска для здоровья. Эти голодные думают только об одном. С другой стороны, мне тоже что-то захотелось перекусить. Вам удалось найти пещеру смерти? Нет, мы даже не догадываемся, где она может быть. А где она может быть? А вот убийство 144, дальше я не успел прочитать. Не сдавайтесь, победить всадников под силу только вам. Я понял. Понял, что ничего не понял. Так, полетели домой. Друзила. Кто такая Друзила? Наверное, кто-то из предыдущих частей. Блин, они с таким разрывом выходили, блин, в трех обновах, что я уже и не помню, про что там было. Кто за кого, против кого? Ничего не понятно. Кто против кого дружит, с кем? Не ясно. Загрузились. Давай домой. Пам-пам-пам-парам-пам-парам-пам-пам. Так, собрать. В конце, напомню, будем открывать ланчбоксы, так что не уходите от мониторов. Скоро будет весело. Так. Третий шаг. Беги, три догнать, беги. Спасите три догнайта от слух смерти. Все это время Тридогнайт спасал людей, помогая им избегать слух всадника. В итоге его передача возглавила рейтинг убежища 144 в номинации «Самые ненавистные враги». К нему уже выслан карательный отряд слух смерти, который мы должны перейдеть. Кстати, один из этих слух знает, где находится искомая пещера. Ну, поехали. Че нет-то? Давайте только их приоденем более... Серьезный, что ли? Вот так вот. Опа. Ну и давайте девочку какую-то разбавим обстановочку. Так, Лоуренс, иди сюда. Мы у тебя кота конфискуем. А вместо тебя возьмем какую-то девочку. Кого возьмем? Давайте вот эту. Шарлотту Энрикес. Она в классной кепке. Так. Где кот на урон? О. Полетели. А, не переодели ее. Ну ладно, пусть так ходит. Стильная, модная, молодежная. В костюме охотника за головами. Супер просто, я считаю. Так, Тридогнайт, ты где? Иди, мы тебя будем спасать. Как в этом Визгое один, да? Вас спасают. Просьба не сопротивляться. Так что, Тридогнайт, ты тоже не сопротивляйся. Так-то это что за хрены? Мы будильник для смерти. Ну... Сейчас вы отойдете в верхнюю тундру. К гадалке не ходи. Что-то как-то не очень. Ну, зато Энрике сдержится нормально. Не то, что тут сопляк и баба. Норм. Всех ушатали.
оптимизм, нужно сохранять в себе оптимизм. Ну да, желательно его сохранить в себе, не расплескивая наружу. Так, пошли наверх. Что у нас за задачи? Так, спасти 3 Дагнайта, повредить с репортерами еженедельные дозы, убить слух смерти из убийства 144. Отлично. Так. Цель почти достигнута, время смерти вот-вот настанет. И неважно, спасетесь ли вы своего настырного диджея. Спасете ли вы своего настырного диджея? Уже совсем скоро смерть порвет пустошь в клочки своими когтями. Убийство 144 победит и будет торжествовать, держась на почтительном расстоянии от смерти. Вы все рехнулись. Ваше руководство лжет. Убийства не могут разбудить никаких мифических всадников. Если бы у меня под рукой сейчас было наше истинное руководство, вы бы получили им по голове. Отлично. Вот и поговорили. Давайте сразу главаря вырубим нафиг. То мне не нравится. Вот так. А теперь всю остальную шантропу разберем на запчасти. Нормально. Энрикес нормально так держится. Хорошо. Так, убить слуг смерти мы выполнили. Теперь репортера найти и 3 Дагнайта, где он там прячется. От спасения. От спасения не спрятаться. О, вот 3 Дагнайта. Вот как надо сражаться. Вы настоящие герои. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Я слышал, как они говорили про пещеру, которую вы ищете. Она в 5 милях отсюда. Вход мрачный, зловещий, ни с чем не спутаешь. Блин, что у меня за плиты закается сегодня целый день. А мне пора искать местечко потише, а то здесь что-то жарковато. Приходите к нам в убежище. Наши радисты с радостью спихнут свою работу на легендарного ведущего. Работать на смотрителя? Вот еще. Да ладно, у нас 1-3 Дагнайт уже есть. Где-то там сидит. В столовке. О, с этими, с остальными там. Чаи гоняет или фреши, что они там лупят. Сбежал мерзавец. Так, нам надо еще и репортера еженедельной дозы найти. Где бы он ни был. Репортер, выходи по-хорошему. Найдем, хуже будет. Вперед, ребята, пусть смотритель нами гордится. Что? Гордится. Найдите мне репортера, буду гордиться вами. Что уходите, ничего не находите. О, не? Пусть смерть встанет с правой ноги. На, тебе в борщ. На. Поиски на ровном месте. Только время забирают у нас с вами. Вы не уйдете из лап смерти. Уйдем. Давайте поспорим, что уйдем. Надьте в борщ. Так.
Да что ж такое? Именем статьи 23 раздел Е. Заплетык, перестань языкаться. Давайте их уже выносите. В последней комнате будет репортер, как всегда. По закону подлости. На. Ядеркола, Орел, вот. Нам уже известно, кто вы. Вы знаете, как сложно проникнуть в их ряды. Они же все друг друга знают. Но мне повезло, я оказался похож на одного из них. Они еще не поняли, что Дэйва вдвое. Так что вы хотите узнать? Так, что это вообще за смерть? Не знаю, они все время говорят про какие-то когти смерти, но я пока ничего не понял. Ну, коготь смерти у них там по-любому спрятан где-то в углу. Ой. Эти интриги. Такие тайны секретные. Тайные секреты и секретные тайны. Типа такие. Никому же не понятно, что когти смерти это смерть, да? Никто же еще не догадался. Даже после пятого повторения одного и того же. Да уж. Давай, загружайся уже быстрее. Помните, как раньше, вот эту вот полоску загрузки на эти модемы, когда еще были 56, когда и тянули вот так. Так, побежали на ядерколе. Так, собрать. Давайте быстрее. О! Тридогнайт таки пришел к нам. Ничего себе. Вы видели? Таки пришел. Аврил, вот еще. Не пойду. Взял и пришел. Такой вот он непоследовательный Тридогнайт какой-то. Че, заберем его к себе? На кого-то выгнать тогда. Кого выгоним? Кого-нибудь усатого. Я не люблю усатых. О, Брандон Берри какой-то. Ты усатый. Ты в курсе? Брандон Берри. Всего тебе хорошего. Вот действительно хотите? Да, действительно, хотим выгнать именно этого жителя. А вот этого жителя мы действительно хотим принять. Дать ему нормальную пушку в руки. Нормальную эту. Скорость обучения. Где тут? Блин, господи. Так, стоимость создания, время создания, скорость исцеления, сопротивление, так. А вот время обучения. О, иди, обучайся. О, пойдемте почитаем, что нам Брэндон напоследок скажет. А ну, давай, зачитай нам. Что ты там напоследок? Ты еще об этом пожалеешь, точно говорю. Да, уже начал жалеть. Давай еще что-то прочти. Ну, я такой с чемоданом такой грустный. Пошел в ночную пустошь. Ну давай, сказани еще что-то. Может, просто поговорим? Ну, поговори. Так, а мы продолжаем. У нас... Апокалипсис отменяется. Убейте голод, чуму и войну.
Отличный план. Война против чумы, чума против голода, воинственные против очумелых, очумелые против голодных. Все собрались в убежище 226, готовые к бою, но такое событие нельзя оставить без контроля. Проследите, чтобы никто из всадников не выжил. Отлично. Отлично, мне нравится такой подход. Комплексный. С особым цинизмом. Где? Шарлотта Энрикес. Let's go. А ну-ка. Апокалипсис отменяется. Да ладно, сейчас мы им устроим апокалипсис. Прям на месте. Без скидок. Апокалипсис меняется. Убить войну. Убить войну, убить голод, убить чуму. Пойдемте. Всех поубиваем. Не стреляйте, это же я, Друзила. Привет, Друзила. Кстати, знаете, почему это убежище пустует? Его построили для самых непунктуальных работников Волтек. Но они не успели прибыть вовремя. Другими словами, их сократили за опоздание. Ха-ха-ха. В общем, всадники внизу, разберитесь с ними. Отлично, Друзила. Годзилла какая-то. Так, полетели вниз. Искать. Ой, клиентов наших. Странно, никого нету. Мори зверя голодом, чтобы он стал сильнее. Не слышал, чтобы кто-то от голода стал сильнее. Скорее наоборот. Странная у вас логика, товарищи Гули. Пора вам, наверное, отдохнуть. Ляхте-прилягте. Мы пойдем дальше. Кротокрысы. Все тут были голодные, как тут выжили кротокрысы. Давно уже должны были всех переловить и съесть. Так. Ну давайте вниз. Сказали внизу они где-то. Как же мне здесь все бесит. Ой, да ладно, все не так уж плохо. Ну ладно, все плохо. Но все же. Так, ты кто? Война? Это вам я обязан возможностью вернуть свою броню. Устроенное вами пустошение бойни, они были великолепны. Если вы останете моими помощниками, война превзойдет всех. Присоединяйтесь ко мне, если не хотите иметь дело со мной. Никогда. Покинь пустошь с миром или успокойся с ним же. Вы отказываете мне, да еще и таким банальным каламбуром? Ну, будь по-вашему. Банальным каламбуром. Будь по-вашему. И пошел в бой. Ничего себе, он тут крошит из минигана. Выдает он, кстати, действительно неплохо. Понятно, что с нами ему не сравнится, но все же. Так, войну убили. А миниган не попался его, да? Ну ладно. Не очень-то и хотелось. Так, пошли искать остальных-то. Наверное, у каждого по этажу по-своему. Я так понимаю. По логике вещей.
100 следующий. Война прекрасна. Войны уже нет. Война ушел в верхнюю тундру. Зря Крит сбросил. Та ж чума там или кто там этот драт скорпион зеленый. На него надо поберечь. Чтоб, если что, он не сложил тут никого. Оба, блин, таких пушек я уже 100 лет не видел. Ох, блин, только вспомнили про него. Надьте в борщ. Отлично. Сейчас мы устроим тебе эпидемию чума. Да, норм. Норм. Так, жизнь — это болезнь, а чума — это лекарство. Ну да. Интересная логика. Не бесспорная. Нате. Получите, распишитесь. Так, и у нас то еще? Голод остался. Этот светящийся гуль. Ну шо, где ты? Выходи по одному. Вот он. Надеюсь, ты проголодался, вот, потому что сейчас тебе угостят на славу. Они кончились, враги. Побегли домой. Лет сгу. Там вроде нам обещали ланчбокс. Это задание, что я его не помню, взяли мы, не взяли. Не увидел его. Хм. Странно. Где мой положенный мне ланчбокс? Куда вы его притырили? А ну-ка. А, не, вроде да, появился. Или нет? Ну, 40 было, да? Дойти мгновенно. Не, 40 как было, такие сволочи кинули на ланчбокс. Собаки злые. Хм. Огорчительно. На пороге смерти. Убейте смерть последнего из 4 всадников. 3 есть, 1 остался. К тому же, благодаря Тридогнайту, нам стало известно, где пещера смерти. Наспит ли наш враг? Скоро узнаем. Давайте. Шарлотка. Рубарб. Ревень, который. Let's go. Сейчас грохнем эту смерть, да и все. Когтя смерти. Будет знать, как воровать наши ланчбоксы. То вообще распоясались. Сил никаких нет. Убить смерть. На пороге смерти. Пошли. Ой. Спасайтесь. Смерть проснулся, убивает всех. Этого никто не ожидал. Прочь, прочь отсюда. Если вы еще раз нас потревожите.
Мы больше не будем, честно, никаких проблем, никакого руководства. Спасибо. И дайте наш ланчбокс, где вы его сперли, сволочи. Давай, где ты там спрятался? Внизу, наверное. Пока доберусь я до него. Как здесь мрачно. А должно быть, блин, весело, что ли? Скорпионы. Скорпионы, скорпионы. К ним идут макароны. Интересно, с чем едят рот скорпионов в пустошах? Так. Что людей тут не видно? В этих пещерах. Но вот это смерть, пусть он соберет свою жатву. Та-да, сейчас он получит хвосты в гриву и пойдет в верхнюю тундру. Вот и все. Ушатали. Так, а что еще? Ну, убить смерть. Это был не смерть. Окей. Сомневаюсь, что это такое смерть, есть смерть. Что-то мне подсказывает. Наверное, смерть в соседней комнате. Вот и все, сейчас потанцуем с смертью. За смотрителя, за пустошь. За родину, за Сталина, типа. Ну да. Окей. Смерть, кротокрыс, ну ничего себе. Вот это поворот. Вот это твист. Всем твистом твист. Не коготь смерти. Ай, блин. Такой твист, что лучше бы его, наверное, не было. Вроде две там бутылки обещали, дали одну. Неважно. Да, наверное, надо шариться по всему этому подземелью, чтобы награду всю собрать. Ну, как-то это тупо. Если есть награда, то выполнил задание, получи награду. А не надо еще обшарить все, чтобы получить как-то. Неправильно это. Как мне кажется. Ну, грузись, давай, 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 грузись уже швидше. Швидше, хоботы, швидше. Так, до дому. Побегли. Прам-прам-парам-пам-пам-парам-пам. Собрать. Так. И последний шаг. По заслугам раскройте тайну всадников. В убийстве пришло анонимное послание, автор которого обещает раскрыть тайну всадников. Предложенное место встречи находится в глубине пустоши, но риск того стоит. О, типа нам потом дадут задание еще новое, да? Ну, окей. Побежали. Побежали. 12, ничего себе. Разорили нас на ядерколу. Под 100 бутылок было, и тут такое. Половину уже выпили. Так.
кто там, что там за задание нам дадут. Новую линейку какую-то заданий, что ли. Так, раскрыть тайну всадников. Раскрыть тайну всадников. Раскрыть тайну всадников. Ну, пошли раскрывать тайну всадников. На стене висит записка. Спасибо, что пришли. Позвольте мне поблагодарить вас перед тем, как я отправлюсь к всадникам. Ваши усилия помогли сделать пустошь намного безопаснее. От имени всех мирных жителей благодарю вас за все, что вы сделали. Окей. И? Типа нас в конце будет ждать какой-то сюрприз приятный. Еще одна записка. Пустошь была дикой и опасной задолго до всадников. Как поселенцы могли жить в атмосфере постоянного страха и насилия? Серьезные проблемы требуют радикальных решений. Окей. Текст продолжается. Эта идея пришла мне в голову в убежище 144, жители которого считают смертью обычного кротокрыса в спячке. Чтобы создать культ, оказалось достаточно шепнуть пару-тройку слов нужным людям. Ради всеобщего блага мною были созданы голод, чума и война. И... Что ж во благо? Ничего себе благо. Сделал один. Похоже, это последняя записка. Рейдеры, гули и преступники стекались отовсюду, чтобы сражаться за всадника, сражаться и умирать. Их ликвидация шла полным ходом, но не отребовались герои, которые сыграют в финале этого спектакля. Вы идеально подошли на эту роль. В соседней комнате вас ждет подарок. Если вы снова мне понадобитесь, я снова с вами свяжусь. Друзила. А, ты друзила, типа мегамозг. Все это придумала. Ваша удивительная награда ждет вас в четвертой части. Ха-ха-ха, шучу, вы бы себя сейчас видели. Итак, госпожа Друзила предлагает вам выбрать один из замечательных предметов одежды. Что предпочтете? О, ничего себе. Ничего себе. Угу. Голод, доспехи. Ух, блин, я даже не знаю. Наверное, одеяния голода получше будут. Сила и лак, и удача по 4. Давайте его. Отличный выбор. Подкладка сделана из тряпок голода. О, задание еще новое. А ну. Все в 4. Норм. Тетя такая. Ладно, пошли домой. Мне интересно, что это за задание нам дали. Поехали быстрее домой, откроем, посмотрим. Любопытство, как говорится, не порок, но кошку сгубило. Сейчас нарядим кого-то в красивые эти шмотки. Кого нарядить, я даже не знаю. Давайте уж, что тут жалеть-то? Кого-кого? Кого нарядить в новую одежку классную?
исповедника Кромвеля можно. Он в лохмотьях сидит. Так красивый, одетый будет. Так, что у нас тут за задание появилось? Давайте смотреть. Никакого задания. Ну вы же видели, там фигня это была. Что за... Что за фигня? Блин. Телки-моталки. Так, что у нас еще? О, тут еще идут. О, человеки вроде нас, изучите странные небесные огни. Поступило несколько сообщений о странных небесных огнях. Собирающихся над заброшенной шахтой неподалеку. Нужно смотреть ее, пока слухи о пришельцах не привели к панике. Давайте выполним уже и это задание, уже, чтобы два раза не вставать. Все равно уже у нас там на месте граждане. Тем более у нас такие уже стали редкие встречи. Подольше проведем время друг с другом. Нам еще надо открывать ланчбоксы в конце. Вот. Вторую линейку заданий тогда выполню чуть позже. Накоплю немножко этого ядерколы, чтобы там все на ядерколе пролететь, чтобы без затыков. А то я так сотрю с такими расходами, может и не хватить. Поговорить со смотрителем таинственного убежища. Давайте искать этого смотрителя. Поговорить со смотрителем, поговорить с жителями. Приветствую вас, собратья ячейки. Добро пожаловать в наше убежище. Мы рады вас видеть, потому что относимся к социальному и стайному виду. Не бойтесь находиться рядом с нами. Мы все вылупились и выросли на этой планете. Не желаете напиток, продовольствие или бесплатный медосмотр? Вы видели странные небесные огни? Нет, только обычные. Наверное, вас сбила с толку планета Венера. Ха-ха. Какие-то они с прибабахом. Жестко с прибабахом. И одеты как-то странно. Шмотки у них какие-то необычные. Что за шмотки такие? Таких не помню. Странно, странно. Пошли дальше. Найдем этого смотрителя. Где бы он тут ни прятался. Высокий гортанный вопль. Ой, извините, мне показалось, что это не вы. Ха-ха. Как же приятно общаться посредством обычных человеческих звуков. Пожалуйста, задайте мне вопрос, чтобы мы смогли начать беседу. Ничего странного в последнее время не видели? Нет, что вы, тут все нормальное, человеческое, никаких вам инопланетных шпионов. Ага, я так и понял. Какие-то они тут все с прибабахом жестким. Давайте глубже. О, скорпионы, откуда? У инопланетян рад скорпионы. Непорядочек. Надо укоротить их. Уконтропопить, малёха. Снизить их, так сказать, народонаселение. Уменьшить, так сказать, нагрузку на почву. Так... Опять. Получите. Звучка такая у удара скорпионов. Слышите? Как вроде дрова какие-то падают куда-то. Странная озвучка. Нет, звук прикольный, спору нету, но как-то он немножко неуместный, мне кажется. Вон, слышали? По-моему, уже обращал
на это ваше внимание когда-то. Так. Ну, смотри, Джон Смит, другие человеки, такие же как мы, ха-ха. Привет, я человек по имени Джон Смит, это человеческое имя. Моего друга тоже зовут Джон Смит, он тоже человек. Никто из нас не прячет свой истинный облик под оптическим камуфляжем, ведь это было бы абсурдно, ха-ха. Я не вижу тут женщин, вы все мужчины? Верно подмечено, ха-ха. Но если серьезно, нам очень не хватает самок. Можете поделиться? Жесть. Ну, это уже становится интересно. Надеюсь, развязка не будет банальной. Типа инопланетяне прячутся под оптическим камуфляжем, да? Забавно. Это становится забавно. Вот задание такое. Начало, вход, затравочка интересная. Посмотрим, как дальше смогут развернуть это сценаристы. Блин, рад скорпионов сколько. Одни рад скорпионы. На зеленых бы не напороться. Светящихся, которые. Мне бы очень хотелось телефонировать домой. Ха-ха, шучу. Теперь наш дом убежище. Вот только бы еще эти большие жалящие беспозвоночные куда-нибудь делись. Им почему-то нравится нас убивать. Ха-ха. Вы про рад скорпионов? Мы с ними разберемся. Наш примитивный вид эволюционирует благодаря сотрудничеству. Ну, забавный. Очень забавно. Прикольно. Правда, порадовали, улыбнули. Нестандартно. Мне пока что мне нравится. Сейчас посмотрим на развязочку. Смогут ли не сложать сценаристы? Блин, зеленый. Сволочь. Так, на хиле ее держим. Натте в борщ. Отбились от зеленого мерзавца. А он такой. Крид, даст и привет. Вспоминай, как звали. Так, ну что, где тут смотритель? А, это другие человеки, о которых мы слышали. Я тот, кого называют смотритель. Надеюсь, вам здесь все кажется нормальным, ничего не тревожит. Очень важно, чтобы вы не чувствовали, будто вас изучают высшие существа. Пожалуйста, подтвердите, что вы не чувствуете, будто вас изучают высшие существа. Да нет, ничего особенного. Супер, теперь передайте остальным, чтобы больше никто сюда не ходил, потому что здесь все в порядке. Галин Бластер далее.
Ай, прикольно, прикольно, улыбнули, улыбнули. Не сложали концовочку так, мягенько прошлись. Прикольно, улыбнули, молодцы. Подняли настроение. То после невыданного ланчбокса как-то немножко подогорчился, а это что-то обратно улыбнули. Вроде бы мелочь, глупость какая-то, а смешно, забавно. Настроение поднимается. Так. Сейчас пришло время открывать ланчбоксы. Сейчас будем открывать наши любимые ланчбоксы. У нас их много. 30. Сейчас. Так. Ну эти пусть пешком идут. Нечего их ускорять. У нас так только 25 осталось из сотни. Ничего себе. Выполнили, блин, заданица. Так, поехали открывать ланчбоксы. Первый. Пам-парам-пам. Шкура Ягая. Дробовик. Крышки. Стимулятор. Энсикокс. Нас, напоминаю, интересуют только золотые персонажи. Все остальное мы можем получить и так. Без каких-либо проблем. Да, вот суперпистоль нам выпал. Так. Золотые персонажи. 500 крышек. Это серьезно. Давай. Кто тут выпадет? Тодд Пейдж. Кто такой? У нас вот Крэг Пейдж был. К сожалению, он умер. Золотые часы. О, Винчестер. Супер. Именно этого нам не хватало. Ну. Огнемет. Супер. Кто тут еще есть? О, ну-ну-ну-ну-ну. А, тьфу, думал. Тьфу ты ее. Какое огорчение. Ну. Ну же, давайте. Дайте нам кого-то золотого. Нет. Обыкновенные все падают, блин. О, ядеркола. Целых две бутылки, супер. Теперь это загуляем. Чё, первый десяток прошел не очень. Ничего, у нас еще два десятка. Дальше. Итак. Паладин Кросс. Звездный Паладин Кросс. Отлично. Суперски. Вот ее у нас еще не было. Стар Паладин Кросс. Супер. Так, кто тут у нас? Давайте, ребята, кто на улицу собрался погулять? Кто? Никто? Не может быть. Кто-то точно собрался погулять. Кто тут самый некрасивый? Гули, вы не вовремя. Я выбираю, кто у нас пойдет гулять. Кто у нас самый некрасивый? О, ты в усах. Ты мне не нравишься. Где ты, усач? Иди гуляй. Все, пока. Да. Все, пока. Паладин Кросс. Разрешите вас пригласить? Так, только надо ей, наверное,
сразу нормальное все дать. Так, время обучения. Здорово. Паладин Кросс, да, у нас такой еще не было, поэтому это прикольно. Было круто, но не так, чтобы совсем круто. Согласен, чувак. Ты ничего не потерял. Поехали дальше. Старик, ты будешь скучать по мне сильнее, чем я по тебе. У нас он уже 3 старика, это уже 4-й будет. Капец. Сколько вас можно уже? О, бутылка. С крышка с бутылкой пришли. Привет, чуваки. Уже 4 деда уже. Таурили самый редкий, никогда не выпадает там, блин. Раз в 1000 лет. Не чаще. О, 5 бутылок пола. Это хорошо. Сиамская. Скорость снижения радиации. Ну, блин, еще есть 2. Всего-навсего. Ой. Вот. Аврили, дед этот никогда не выпадает. Все такое. Блин, уже 4 у нас. Еще один хрен какой-то. Да сколько их уже, блин. О. Пойдемте глянем, что там. Жаклин Лайнс обнаружила супермаркет. Ну, давайте посмотрим, что там за супермаркет-то. Раз уж все равно играем. Делать все равно нечего. Давай, 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 крутись, крутись. Уничтожить рейдеров. О, это прокачивается, да? Да. 3-й уровень. Что ж тут за рейдеры сейчас будут? С киями, самопальными пистолетами. Супер. Получите. Нормально вырубает вход одного сразу. Натте в борщ. Супер-пупер магазин. Такс. Вот так вот, раз и все. И лягли. Вот так, раз и все. Раз и все. Да. Кто здесь у нас еще? Приветствую тебя, ценитель изысканной довоенной кухни. Хочешь изучить наше меню? Ха, ты меня немножко удивил. Ну, разумеется, я же все-таки рейдер. Пусть и с утонченным вкусом. Вот так. Найти в борщ. Рейдер. Все. Прикольно. Ничего нам не дали. Ну, кроме хилок. Они нам не особо нужны были. Так вот, время чуть-чуть потеряли. Ну, ничего, ребят. Я думаю, если вы уже до сюда досидели, вы уже посидите еще пару минут, чтобы дооткрыть оставшиеся ланчбоксы. Ну, там еще переноски, правда, будут. Не все ланчбоксы. Там еще, по-моему, из них десяток переносок где-то. Посмотрим, какие животинки нам повыпадают. Может, новый кто-то будет. У нас еще много неоткрытых животинок там. В принципе. Так, беги, Лайнс. Прокачивайся.
Так, поехали дальше открываться. Так. Крышки. Крышки — это супер, это здорово. Но у нас они потеряли актуальность уже 1000 лет назад. Тереза Брукс какая-то. Ну, окей. О, 3 бутылки. Отлично. Джесси Дженкинс. О, блин, толпа будет теперь. Учащихся опять. То у меня уже последний учащийся был. Теперь опять толпа. Повыгоняю всех, кто у меня уже полный. Соберу всех эти молодежь, пусть будут. Пусть развиваются, размножаются. Что здесь? Платье для свинга. Супер. Как мы без него жили? Без платья для свинга. Джин Армстронг. Да не дочка ли того самого Армстронга? Так. Крышки. Так, итого мы получили уже, в принципе, паладина Кросса. И этого старика. Неплохой результат. С 20 фактически. Ланчей. Хотя нам старик, конечно, не нужен, но... Рандому все равно. Священный рандом сам знает, что делать. Ну или рандом сразу, чтобы не поправляли. Так, поехали теперь. Переносочки. Котик. Что ты даешь, котик? Стоимость создания. Ну, такое. О, ты что-то знакомое. Стоимость создания тоже. Вот такое. О, а ты что даешь? Вероятность появления незнакомств. Незнакомца. О, попугай. Защитой. О, сопротивление урону 46. Отлично. Ну все, ребята, всем спасибо за просмотр, кто с нами просидел все это время. Следующая серия будет вон «Еда, сиятельная еда». Где-то, я думаю, через пару-тройку дней, а скорее всего через неделю. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, до новых серий. Пока-пока.